Дорогая мисс Эштон, меня зовут Доуси Адамс. Я состою в клубе любителей книг и пирогов из картофельных очистков острова Гернси. Книги помогли нам пережить оккупацию. Этот остров был захвачен немцами. Наконец-то я нашла серьезную тему. Вы писательница? Приходите к нам. Здравствуйте. Доуси Адамс. Я хочу написать о вас книгу. Вы хотите написать о нас? Нет. Вряд ли они захотят, чтобы все знали правду. Для них война не закончена. Она еще идет. Я видела такое, что и вообразить не могла. Я тоже потеряла родных. Если позволите, я бы хотела помочь. Бывают книги волшебной силы. Они объединяют людей. Эта книга может стать одной из таких. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. В кино с 29 августа.